Здравствуйте, вы смотрите «Газету недели в Саратове». Очередной выпуск газеты обозревает ее главный редактор Дмитрий Козенко. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, уважаемые зрители. Заметил центральное интервью у вас. Это с Михаилом Болтухиным, главным синоптиком области. Обычно говорят о погоде, когда говорить не о чем. Да нет, на самом деле, вы знаете, как бы погода этого года, этого лета, она стала главной темой общих разговоров. У Ильфа и Петрова есть рассказ о том, как москвичи относятся к морозу, что это главная тема. Все там приходят, говорят, на улице минус 37, другие говорят, нет, 39. А первая дождливая половина лет, естественно, всех напугала. Последовали какие-то прогнозы, что так будет всегда, что мы все утонем. Вот мы решили с господином Болтухиным побеседовать. Он сказал, что так будет не всегда, что вообще год прекрасный. Что было еще 1000 какой-то год перед Дмитрием Федоровичем Аяцким. 97 или 98. Да, когда вот так же поллета лило, поллета было жарко, собрали гигантский урожай, не знали, что с ним делать. Вот, далее Михаил Федорович дал на короткий прогноз, что наступило засушливое лето. Значит, интервью было готово в пятницу, сегодня вторник. Ну, как видите, в общем-то, прогнозы сбываются. Ну, только ночью была гроза и ливень. Ну, но в целом, да, очевидно, теплее. Да, но на самом деле, вот кроме этих погодных штучек текущих, есть очень интересные вещи. Рассказ о том, как, собственно, родилась метеорология. Вот, выяснилось, что она родилась в 1854 году, когда об скалы Крыма разбила англо-британскую эскадру. Все задумались, а почему вот такой ветер именно в это время? Бывает ли еще там? Стали вспоминать, запрашивать стариков. Стали по всей земле размещать метеостанции, в том числе одни из первых, даже две были в Саратове. Одна в Аткарске, а вторая в Заложке. Вот. А второй момент, это я прямо очень благодарен нашему собеседнику, что наконец-то вот авторитетно сказано, ну не верьте вы этому, да, когда ты включаешь какой-то FM, какое-то радио, тебе говорят, сегодня Анисий, с утра было ветрено, значит осень будет жаркой. Это народный примет. На самом деле все эти народные приметы и придуманы не в нашей местности, да. Придуманы они где-то там в Средней России, они к нам сдвинут календарь по сравнению с тем временем, когда они придумывались на 13 дней, они вообще не имеют никакого отношения к действительности, но тем не менее почему-то до сих пор популярны. Но в целом действительно интересно почитать, про погоду всегда интересно читать, а главное это не оскорбить ничьих взглядов. И все-таки я отметил, что прогноз погоды, так скажем, появился, как и многие изобретения нашего века, из военной промышленности, получается. Ну да, военпром, да, везде военпром, собственно, куда без этого. Далее, значит, что мы еще тут изучаем? Изучаем мы прискорбный факт, что в прошлом году из Саратовской области уехало 35 600 человек, это равно населению Маркса. Это равно населению Маркса, половина Вольска, чуть менее 3 Волынсков и, побоюсь этого слова, 5 Болтаев. Обезлюдило. У вас есть материал в газете, вы, видимо, еще будете про него рассказывать, про приметы Саратова. И там, по-моему, философ Михаил Богатов говорит о том, что многие относятся к Саратову как к перевалочному пункту. Ну, к сожалению, жизнь и власти сделали для этого все. Далее мы обозреваем в несколько ироническом ключе новую страсть нашего любимого исполняющего обязанности. Это страсть к фестивалям. Он тут выступал. Вообще интересно, там сообщение было, что Валерия Радаева угостили вареньем из сосновых шишек. И не сообщено, ел он, не ел, шишки грыз, ну, непонятно. Но вдохновился и анонсировал что-то еще пяток новых фестивалей, знаешь, кроме известных клубники, арбузов, роз в Аткарске, еще что у нас? Тюльпаны. Тюльпаны, значит, у нас будет фестиваль тыквы, по-моему. Тыквы в Балашове, это наш российский Хэллоуин, вот ответ Западу. Вот у нас будет фестиваль меда, опять уже в упомянутом Болтае. Вот, а также мы поднимаем ледокол Саратовский и скоро будем отмечать десятилетие начала разговоров о ледоколе. Вот, мы предложили, что, например, Алгай, да, совершенно несправедливо забыт, в Алгай можно устроить фестиваль верблюдов. Ну, кстати, это была классная фишка. Дальность плевка, предположим, конкурс, да? Метание верблюжьих лепешек. В Перми кидаются коровами, а вы... Саратов, родина верблюдов. Если туристам 18 плюс показать верблюжью свадьбу, да? То вот тот самый приток туристов, о котором мы постоянно говорим, вот он наконец-то и появится. Область не справится с наплывом посетителей. Ну да, и опять же фестивали репы, ну, предположим, детка, бабка там. Это тоже 18 плюс можно отнести. В смысле, за бока держат, они тянут репу. Что вы имели в виду? Ну, тут же вот некий турнир боксеров «Получи по репе» называется. Ну, в общем, масса предложений. Мы надеемся, что вот этот наш текст он будет правильно воспринят соответствующим креативным службам губернатора, и фестивалей станет больше. Каждому району по фестивалю, каждому кварталу по фестивалю, каждому саратовцу по личному фестивалю персональному. Это будет шедевр. Город-фестиваль. Ну, да. День рождения у каждого есть, а теперь у каждого фестиваля. Город-фестиваль. Ну, продолжая тему нашего креативного губернатора, он встретился с обиженными дольщиками, с обманутыми. Разговор длился 3,5 часа. Губернатор был жесток, предлагал там с него, чтобы те люди, которые взяли недострой в свои руки, чтобы их освобождали от налогов. Городские власти, ну, отряда налогов городские власти попискивали, потому как хоть бюджет и так не богат, то в целом наш обозреватель Ольга Копшева, побывавшая на этой встрече, как бы уверена, что и громкие речи, пусть самых там первых, вторых и пятых должностных лиц, на самом деле проблем не решают. Нужны деньги. А деньги полагаться на то, что как-то извернутся сами обманутые дольщики, уже люди ограбленные, обворованы, и все-таки достроить за свой счет, пусть при помощи неких налоговых льгот, это наивно. Ну и вообще стоит подозревать, мне кажется, что как-то эта встреча связана с предстоящими выборами. Нет, что. Да, я ошибаюсь, ну, бывает. А Елена Микиртичева продолжает, так сказать, как это был, писатель Трифонова была повесть или роман «Долгие проводы». Она продолжает провожать тех депутатов областной думы, которые не включены в новый состав. Вот за что я люблю нашу политику. До выборов еще нет, до выборов 7 верст лесом до 10 сентября. А мы уже точно знаем, кто туда ни за что не попадет. Вот, и среди них знаковый, вот прошлый номер был, вообще малозначительные люди, которых никто и не вспомнил. В этом номере уже знаковые депутаты. Это Глосман, Владимир Соловьев, Виктор Щербаков, Сергей Афанасьев, единственный коммунист был. Но он там как-то впал в нирвану, он последний срок и коммунистической ярости не проявлял. А следующий номер, я уж раскрою маленький секрет, мы расскажем о 4 депутатах, которые у нас самые яркие, и вот знак плюс или минус, потому что предоставим ставить читатель, ну каким знаком оценить деятельность депутата Сергеева, да? Вот, депутата Нестерова, Серега Нестеров, любимый друг нашего, в свою очередь, друга Михаила Дерешева, он по-небратски зовет Серега, его не будет в Думе, это загадка. Что будет с этим молодым человеком? Будет ли он назначен министром, предположим? Ну да, он не пропадет, скорее всего, не пропадал до этого. Вот, а также Подбаронов, да, человек, которому и его системе питания и рынков прочили большое будущее, вдруг оказывается вне Думы. Мазепов, человек с 6, по-моему, высшими образованиями, но легкий финт в сторону партии роста все испортил. Не прощен. Поэтому этих людей мы не увидим, а кого мы увидим в следующий раз в Думе, это, в общем-то, тоже не загадка. Ну что вы говорите, не загадка. Выборы будут, народ решит. Народ решит. Вот. Ну там будут такие персонажи, как Чернышевский, Рогожев. По крайней мере, шум в Думе будет. Ну, как всегда, одна надежда, то, что будет хотя бы весело, если уж дела не будет. Вот. Ольга Копшева продолжает тему, она не закончена. Это уже широко анонсированная тема сокращения льгот правительства. Как бы предпочитает этой собаке рубить хвост по частям, как-то порционно выпуская распоряжение. Не, чтобы сразу все сказать, а нет, они порционно. Эта порция была касалась во многом чиновников, Чиновники перестанут получать некие доплаты, дополнительные к отпуску. Чиновники, санаторий, там, санаторный, да? Туда-сюда. Вот. Ну, дальше, немного пощипав чиновников, начинают немножечко щипать и остальных граждан, в том числе, значит, будут освобождены сейчас от транспортного налога, например, многодетные семьи, у которых есть некий транспорт. Вот с большой помпой иногда вручали газели или какие-то другие микроавтобусы. Многодетная семья — это больше 3 или от 3? От 3, да. Ага. То же самое. От 3 больше 3. Но совсем большим семьям, там 5-7 детей, вручали полностью газели. Да. И их освобождали от транспортного налога. Теперь в силу дальнейшего роста нашей экономики решили все-таки, чтобы они налог платили. Бизнес малый прищемит достаточно сильно, потому что раньше регионы имели право снижать налоговую ставку 15% до 5-6%, теперь никаких прав не будет. Отменят льготы для тех организаций, которые содержат детские оздоровительно-спортивные лагеря. Естественно, как в любом таком случае, вряд ли организация будет вот эти недостающие деньги, которые после от её льготы на себя складывается, скорее всего, это переложит на плечи родителей. Вот, далее наш, значит... Кто же будет, извините меня, платить? Потому что если, понятно, там предприниматели, да, наверняка опять куча позакрывается. То есть, если не будет людей, которые платят налоги, то с кого деньги-то собирать? Вот. Ну вот... Мне кажется, надо как-то тоньше подходить к этому вопросу. Да, ну, может быть. Я, конечно, может, не понимаю ничего в этом. Или ты тот, кто это придумает, не все понимает. Продолжаем мы следить за этой эпопеей, как депутаты городские уже на этот раз бодаются с городской администрацией по поводу правил благоустройства. Очень досконально. Долгие споры, каким должен быть мусорный бак, сереньким и незаметным или ярким. По-моему, сейчас все больше ярких появляется. Да, синий, а вот оранжевым. Есть депутаты, вот, которые считают, что синий с оранжевым бак портит общий вид, что бак должен быть незаметно. В общем, идет такая большая и полезная для общества работа. Это как на проспекте Кирова, когда типа единообразные вывески и цвета, вот то же самое с мусорными баками. Следующее заседание, которое состоится на этой неделе, будет посвящено оформлению витрин. Потому что, сами понимаете, я вот иду иногда по Чапаке, там некоторые магазины одежды просто распоясались. То поставят манекен без головы, то манекен лысый, но женский. Видно по остальным признакам, что женщина. Женщина бритая, на ней платье. Я иду, отрубь берет, да? То головы нет, то голова бритая. И, ну, я полагаю, что совместными усилиями депутаты и администрации это безобразие устранят. Все манекены будут. Два манекена должно быть в витрине. Один слева, второй справа. Посередине привет какой-нибудь там. Благодарность властям, выложенная из конфет. Что-нибудь в этом роде. Ну, все должно следить будет. Все должно быть унифицировано, чтобы вы не могли с первого взгляда отличить магазин обуви от магазина колбас. Вывеска одинаковая, мелкая такая. И разбери, поймешь. Ну, может, предпринимателям это хорошо. Вот идешь ты покупать обувь, а потом зашел случайно в магазин колбас и почуял эти запахи и купил колбасу. И предпринимателю хорошо, и ты поел. Ну и на обувь что осталось? В итоге же купишь, если хочешь. Наоборот, надо все-таки сначала купить обувь, а потом думать, осталось на колбасу или нет. Сложные у нас сегодня экономические размышления. Вот, разворот наш посвящен нашему любимому городу, потому что здесь информационным поводом стало появление некого сайта приметы городов и так далее. И мы сами своими силами и силами наших респондентов решили все-таки поговорить о том, какой Саратов ваш. И выяснилось, что все мы абсолютно почему-то не приходим в восторг. Ну, это абсолютно личное мнение. Мы не приходим в восторг от прекрасных стилизованных под старину домов, от широких пешеходных зон и так далее. Начинаем хвалить какие-то переулочки и тупики заводского района, уцелевшие кусочки старого Волжского района, там квартальчики эти неснесенные. Игорь Сорокин так вообще считает, что лучшее место в городе — это Глебычев овраг. И дом Гектора Бараки еще. Да. Вот, в общем, получается, что обычные горожане, посчитаем так, что все, с кем мы говорили, и те, кто писал, наши журналисты, которые писали в этом, ну, обычные горожане, что мы любим вовсе не парадный Саратов, а тот старый, до которого еще не дотянулись реноваторы. Настоящий, наверное, его можно назвать. Ну, можно такой, и так, исторически да. Настоящий. Но время идет, я думаю, реноваторы дотянутся до этих кварталов. Но если там положат асфальт в некоторых вот этих старых частях Саратова, это будет прекрасно. Ну, это да, это неплохо, конечно. Ну, в смысле, все эти крестьянские улицы, что ли? Ну, например, или Мясницкий овраг знаменитый, ну, разберутся с ним. Роман, ну, если заасфальтировать Мясницкий овраг, где вот его прелесть, где она исчезнет, если вы не поскользнетесь дождливым утром на глинистом склоне и шлепнетесь попой в болото, ну, это уже не Мясницкий овраг, если там будут ступеньки, лестница вперед. Ну да, ну да. Вот, изучаем тоже такой цикл статей. Люси Шлепкин изучает ситуацию в Балашове, в гастродальном районе, который то в Воронеж рвется, то еще что. Теперь они вот выкинули идею, что нам не надо депутатов, нам нужно народовластие. То есть абсолютно политически неграмотные люди, они считают, что депутаты, которых мы им назначили, это не есть народовластие, а вот типа мы сами будем, соберем там вещи. Мы сами станем депутатами. Ну, да, соберем там вещи, но это все казацкие вот эти хопер туда-сюда, будем кричать, Люба нам канализацию, не Люба. С канализацией там вроде проблемы нет, а очистных сооружений тоже нет. Вот, там какая-то совсем беда, и хопер пропадает. Некогда чистая река, да, одна из самых чистых рек Европы. И, ну, и герб новый там, казак на бочке с вином, как у Шолохова. Ну да, и очень, те, с кем мы разговаривали, как-то очень недобрым словом вспоминает Елену Щербакову, которая долгое время руководила городом. Что не нравится? Госпожа Щербакова не нравится. Методы ее правления, исчезновение муниципальной собственности, как с ее постепенным перетоком в частные руки и так далее, тому подобное. Где такого не происходит у нас? Очень, очень такой балашовский народ, так как выяснилось, придирчивый. Вот, и по всей видимости на грядущих выборах они могут и вообще как-то себя неправильно повести. Уже именно поэтому там, как нам кажется, это в другом тексте было, там появляется кандидат в губернатора от «Справедливой России», главный инженер Балтекс, причем даже руководитель партии, несправедливый, патриот России, прошу прощения, даже руководитель партии не может ничего сказать о ее партийных успехах, упирает на то, что в отличие от остальных оппозиционеров, она знает нужды простого народа. Такой привет Алимовой. Очень интересные дела в Балашове. Он далеко от Саратова довольно-таки, ну, да, наверное, это влияет. И постоянно хочет стать еще дальше. У них там действительно радио воронежское принимает уже, когда туда приезжаешь. И, я так понимаю, не только радио, поэтому неудивительно, что они себя чувствуют частью другой области. Ну да. Надя Андреев съездила у нас в Ровненский район, в Кочетное. Поговорила с библиотекарем о том, как вот они живут, там сельские библиотекари, очень интересный человек, Ольга Куртовая, которая мало того, что дает книги, там раздает, она пытается написать историю села, пока просто ее собирает. И как выясняется, что вот в обычном полуживом российском селе, на 1000 с небольшим человек населения, вот, живет множество интересных людей. Но мы подозреваем, что без посторонней помощи когда-либо вот эта книга, она вряд ли будет издана. Ну, Гульмира Мангалиева прошла по следам страшной истории о том, что как квест портной чуть не погубил 3 девиц. Там вообще я почитал. Погорели, по-моему, люди. Да, 3 девушки погорели немножко, обгорели, обожглись. Вообще содержание... Знаете, о чем этот квест? Нет. Нет? Машина заглохла прямо в лесу. Отправившись за подмогой, вы обнаружили заброшенный дом, который логово маньяка, который маньяк, в свою очередь, увлекается пошивом одежды из человеческой кожи, а из лиц жертв делает себе маски. Техасская резня бензопилой содрали. Да, каждая минута может стать для вас последней. И вот 3 невинных девушки, да, от большого ума пошли, значит, узнавать, сдерут с них кожу лица или нет. Ну, я не знаю. Вот. Ну и далее Гуля, разговаривая, так сказать, и с работниками квестов, и с организаторами этого бизнеса. Ну, как бы, с одной стороны, да, все правильно, там безопасность должна быть, говорят. А сами работники квеста говорят, ну и что, вот мы погорели, они о нас, говорят, сколько раз бьют. Ну, кстати, да, входят в раж, говорят, эти участники, там, кому ногой, кому рукой. В общем, какой-то очень интересный бизнес, я как человек старых взглядов, консервативных, не все понимаю в нем. Ну, острое ощущение, еще один вариант получения острых ощущений. Ну, возможно, возможно. Ну, просто, по-моему, можно почитать саратовские новости. Но это вы читаете саратовские новости, а большинство людей их не читает. У них скучные работы в офисах, ну, и приходится, ну, да, развлекаться на квест. Я не такой, как все, я работаю в офисе. Да? Вот. И завершает, пожалуй, наш номер, это рассказ Гульмира Мангалиева. Она участвует, как я понимаю, в некой программе «Couchsurfing», то есть это прием бродячих туристов. То есть в 4:40 утра ей позвонили в дверь, она вышла, увидела двух милиционеров, с уголком Боливии, да, по-моему? Да, и человека, который из Боливии путешествует по миру, наши полицейские спросили Сырова, это ваш, что ли? Она поняла, что его могут вообще увезти куда-нибудь. Вот, и вот она с ним побеседовала, побродила по Саратову. Нравится ему Саратов, ему вообще все нравится. После Боливии. Бизнес у него в свою родную Боливию, туда, в Анды и джунгли Амазонки, поставляет китайскую электронику. Ну, естественно, все операции, так сказать, онлайн. А в свободное время он путешествует. Выучил частично русский язык. Тот бродит по России, рассказывает, рассматривает, как мы живем, рассказывает о Боливии. Мы, когда обсуждали сегодня вышедший номер, выяснилось, что из 8 высокоинтеллектуальных сотрудников нашей редакции никто не знал правильно столицу Боливии. Все были твердо уверены, что Ла-Пас. А выяснилось, что у них есть маленькая столица Сукре, официальная. Вот. И я думаю, что читатели нашей газеты, прочитав, тоже будут знать правильно, где столица Боливии. Может быть, это поможет им в жизни или хотя бы в отгадывании. Когда они поучаствуют в этой программе, и где-то в 4 утра их отведет полиция куда-нибудь. Да, ну правильно, но, как понимаете, ответное действие, что вы можете другому участнику где-то в Лондоне постучать в 4:30 утра, сказать: «Привет, я приехал. Будь добр, кофе, чай, и покажи мне ваш городишко». Угу. Ну, это тоже, по-моему, есть такая система, там квартиры люди сдают, да, ну, да, в разных странах можно приехать, пожить. Нет, это не сдача квартиры, а просто, как я понимаю, сопровождение туристов. Участвуем? Нет. Нет, ну ладно. Пока нет, пока может быть всякое. Может быть. Ну вот, пожалуй, все. Это была газета «Недели в Саратове». Освещал ее, обозревал главный редактор газеты Дмитрий Козенко. Можете читать в печатном виде эту газету, а можете в электронном на сайте fn-volga.ru. До свидания. Спонсор открытого канала – Тольяттинский трансформатор.